В мире проводится 5000 забегов, в России около 50 марафонов и столько же полумарафонов. В Сочи полумарафон проводится уже второй раз. Участники забега, те, что более подготовленные, преодолеют 21 километр, другие 5 километров 550 метров по трассе «Формула-1» в Олимпийском парке. Можно сделать и только один круг. Здесь главное – участие. 30 мая состоится выдача стартовых номеров и маек, а 31 мая в 9 часов – непосредственно сам забег. Участниками полумарафона станут не только сочинцы, но и жители других городов. Они получат возможность льготного проживания в отелях Олимпийского парка. Мы хотим, чтобы вот этот бренд закрепился за городом Сочи, потому что для нас курортной рекреации, топового курорта на сегодняшний день, должна быть обязательно ассоциация и для людей, любителей, любящих спорт, обязательно ассоциация еще и с проведением марафонов и полумарафонов. Есть прекрасные истории других европейских стран, городов, где проводят массовые забеги. И мы хотим, вот и сегодня мы говорим уже о том, что около 100 городов России участников своих обеспечат на марафон. То есть люди едут с удовольствием сегодня в город Сочи.